Стримим, всем привет. Ну, дело в том, что я опять сегодня стримил, блин. Ну и подумал, думаю, ну что, еще сыграем, надо же выиграть. Потому что в Аидам я вообще просто, я просто дно в Аидам играл, да, я не знаю. Не знаю, ни один, наверное, чувак так в Аидам не играл, как я. Просто вот дно. Ну, дело в том, что у меня еще и стилили, да. Я на миде, там была ситуэйшн, когда я на миде дал ульту, и там кто-то состилил вроде инвокера. В общем, ну, блин, дело даже не в этом. Дело в том, что вот когда ты убиваешь, да, тебе там голд какой-никакой, он все-таки дается. Там убил чувака, тебе там дается там 200, там 240, в зависимости от того, сколько тот чувак убил, да? Если тот сделал там, не знаю, серию убийств 2, да, то есть тройной килл, то есть, естественно, тебе дойдут больше, чем за обычного чувака, который никого не убивал. Но это, в принципе, не важно. Важно то, что, может бы, я и затащил Вайдом, если бы я собрал нормальную сборку. Вот, то что как бы киллы, они не влияют ни хера на игру. Вот. Не, ну естественно, если там просто там раз-два умер, там как бы ничего не будет. А если ты умираешь 5 раз, да, то естественно ты уже как бы в игре будешь отставать. Вот, ну естественно противники получат за тебя опыт, и в итоге они будут тебя выносить. Ну, опять же, в зависимости, кто там кэрри, не кэрри. Вот. А если ты тупо вот сливаешься, да, то тебя даже галимый саппорт там вынесет. Блять, короче, дело не в этом, блин. Что-то, блин, вообще грузится долго. Это, то есть не грузится, а ищет. Сука, пипец, я обожрался сейчас вообще говорить, блядь. Настолько как это, блин, трудно, что ли. Блять. Так, что тут? Смотреть это игры, наверное, можно, да? Прямой эфир. Опа-на. И игру нашло. Как только вот займешься делом, да, игру найдет. Кто-то тебя позвал там или открыть дверь. Херач, пришел, игра нашлась. Фу, ну чё, давай там первый, ну один, давай, кто там? Вот сучки, а. Блин, гады просто. Один чувак все время кто-то отклоняет. То ли отклоняет, то ли АФК там за компом, да, ну знаете, тут отошел от компа. Фу, ну я не знаю, вообще офигеваю просто. Блять, ну прими ты игру, да, и потом отходи от компа. Я офигею, блять. Ну и такое впечатление, что иногда вот какие-то калькуляторы, не знаю, играют, да, ну люди на калькуляторах, реально, вот на компьютерах таких древних. И такое ощущение, что вот они жмут эту кнопку настолько долго, бля. А еще фигово, когда ты загрузился, там еще кто-то загружается, блядь. Фу, и в общем тут вообще просто вот этой доте настолько баланс, тут вообще фиговый, сука. И одни и опытные игроки, и нубы, и взброд. Сука, вы чё, прикалываетесь сегодня или чё? Сука, то у меня воидом нормально не шло, извиняюсь за мат. Ну, хотя, сука, это не мат, всем известно, да? Вот это выебывание, что иногда говорят, а сука, это не мат. Вот, ну ладно, впрочем, похер. Да, то воидом не шло, теперь вот эта херня. Может, это реально, может, как бы бог с небес, типа, говорит, типа, дает, как бы, сука. Ну чё вы издеваетесь? О, типа, бог с небес, типа, говорит, нет, ты, Игорь, в этой игре тебе нормально не сыграть. Иди, короче, спать, да? А я сижу такой же. Вот, это русский, походу, сервер. То, что загрузился я почти моментально. Никита, ну да, русский, походу, да. Егор, Никита, все. А то европейский был.
Сейчас еще двое подгрузятся. Оранжевый еще не присоединялся, в общем. Сейчас его ждем. Я буду фигеть, если он не подключится. Это вообще будет дикий ржач. Это бесконечная загрузка. Блять, ну давай ты быстрее. Ну грузись, ну пожалуйста. Не, ну может Бог услышит мои молитвы и загрузит этого чувака. Фу, я офигею, вы чё? Это походу вот про калькуляторы, вот я говорил, вот, походу вот этот чувак, он с древнего компа или провайдер у него галимый. Наконец-то. Ну, грузись, чувак, я вот в тебя верю, я в тебя верю. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, должен был загрузиться, сука, слоупок, я ебу. Фу, вы чё? Неудачно, неудачник, а не неудачно. Слоупок ты, блин. Короче, да, блин. Фать, опять уже кто-то отклонил. Ема... Ёбари, блин, короче, играют они, игроки. Какие-то. Ёбари, зомбари, блин. Наконец-то. Не, может реально как-то меня Бог там, судьбу мою, это самое, того. Может, он реально меня спать гонит. Но мне что-то пока не хочется, потому что без десяти 12. Опа-на, опик. Блин, опять воит, короче, не случайно. ОСФ, СФ, значит, это мид, да? Блин, за поп-фильтром нихера не видно. Надо что-то с этим делать, надо как-то этот самый микрофон или не знаю стойку как-то повернуть таким образом, чтобы нормально было мне как бы и удобно говорить и по фильтрам не мешал. То клавиатуру вообще нихера не видно. Надо завязать глаза и играть с завязанными глазами в доту и слышать врагов по звуку. Плечи накачал, да? Так качал-качал, что кости повылазили. Мы, ну СФ, блин, в доте первая вообще, почти каждый брал, каждый почти брал и шел им на мид. Так, ну СФ должен затащить, ё-моё. Так, батл, берем. Так, что еще взять? Ну, лепестки это тупо брать, да? Плюс 2 к броне. Отлично. Ну, этого, в принципе, мне хватит. Ой. Так, ну что там качнуть-то? Тут качает сначала. Ага, это душ, это урон, да, короче. А это снижение защиты. Это как типа дезолятор, да? То есть снижает защиту. Ну, короче, будем красть души, да? А дезолятор вот это я имел в виду. Он уменьшает броню цели. Блин, я думал, меня убьют. Суки. Воит. Пошел нахуй, сука. Че он там заикается? Заика. Зайка. А не заика. Ух ты, у него дамаг побольше моего будет. Сука, пошел ты нафиг. Что?
Юзнул, короче. Блин, ну что я этим добился? Я нифига этим не добился, только израсходовал свою бутылку. Ладно. Вы три болта пойдете, что ли? Так, будем и своих крипов доваливать. Пошел нахер. Блин, сука, не успел. Тут сосредоточиться надо, но иногда я не сосредотачиваюсь, у меня на шара получается хорошо играть. Это бывает крайне, крайне редко, блин. Поэтому так лучше не делать. Ну чё там бурчит какой-то дед с старым микрофоном? Короче, не знаю, чё я пассивку качаю, возможно, это неправильно, блин. Это по-любому неправильно, потому что бутылка, она и ману, и восстанавливает и здоровье. И было бы рационально использовать простые скиллы, ну, то есть вот эти три. Ну, это, естественно, они отличаются расстоянием. Блин, я сначала вообще думал, что у этого СВ какой-то уникальный, у него дохерища скиллов. Думаю, что за херня. Казалось, все пипец как просто, короче. Блин, что там за дед орёт? Дед 100 лет. Так, на топе нету руны, да? А инвокер, естественно, пошел что, на низ? Бля, это херово. Не, он пошел сейчас только наверх. Вот у нас ДД. Блин, я не глянул, тут вард же. Или нет? А, вард это там. Все, я понял, вард стоит. Вот тут. То я привык, что он здесь стоит. Думаю, а что за херня? Какого руна? Ой, какого хера руна светится? Что там, ФБ? А, ага, был убит. Все, ясно. Но тем не менее, это хорошо, в принципе. Так, главное не торопиться, не наделать делов без резких движений, лишних. Так, чё мне качнуть? Ну, качнем это, блин, в принципе, пассивку будем на душ качать. У меня вроде фул, да? А, не, не фул. Думаю, девятка это потолок. Думал, точнее, да? Блин, не успел. Ну, бывают такие расстройства в жизни, а? Так, сейчас крипы подойдут, не знаю, ДД использовать или нет. Блин, я думал, настолько далеко, а нифига. Качай вторую тоже, пожалуйста. Так, короче, когда нас убивают, да, то души, они обнуляются как бы автоматически. Блин, не успеваю немного, короче. Блин, ДД, ДД. ДД это и хорошо, и плохо. Плохо, что руна сейчас использовалась. А так это хорошо. Блять, нет. Плохая, короче, идея. Очень плохая. Очень. Фу, блин, я везунчик или нет? Походу, да. Да, короче, конечно, блин, я сам, короче, испугался немного. Хорошо, что тут реген, гляньте, как вообще получится офигенно, реген тут. Гляньте. Так классно вообще. Как будто это какой-то фильм с запланированными действиями.
Так, чё тут? Идёте сюда, нет. Сука, ну валите их, дебила. Епануться. Не, надо было зайти, знаете, вот сюда, да, зайти сюда. И таким образом, чтобы они туда выбежали. Блин, ладно. Так, чё там мне надо? Ботинок. Ботинок. Это и это. Ну да, в принципе, пока мне хватит. Не знаю, как-то сборка... Так. Так или не так, но, в принципе, пойдет. Хотя какая сборка еще без сборки? Так. Так, когда там потолок 36, да? Еще, то есть, 8 душ и потолок. Так. ОДД. В принципе, сейчас что можно соорудить? Что-то с инвокером. Блять, мне повиделось, что ДД взяли. Блять, короче, галюны у меня начались. Нет, что-то у меня лоу скилл. Так, надо бы гангнуть. Блять, ну если бы у меня инвиз был. Инвиз. Кстати, про инвиз. Блять, где... Кура, какого хера её отгоняет? Офигенно. Ну, какого... Кура, блять. Не понял. Две куры, что ли? Ебануться. Я офигею, парни. Короче, если чё, тут он ушёл, блин. Мне же заебусь так писать каждый раз. Короче, как-то так. Затупил немного. А чё, на у Шадова вроде ловкость стоит? Блин, мне казалось раньше, что у него магия. А чё ловкость? Херово. А видите, души вроде как не все, да, уходят? Уходят 6 душ. А, то есть по левелу спускается. Кажется. Так, ну ладно, не знаю, сейчас нам, короче, надо собирать амулет или клеймор. Клеймор соберем. Блять, соберем, купим. Так, короче, что там наверху, инвиз или... А, реген на низу. Блин, я забыл, что там вард стоит. Ну, реген, в принципе, чё? Ну, короче, инвок пошел ты в занес. Ну.
Так, нам надо реген взять и идти чё гангать, что ли? Давайте сюда пойдем. Ну, более-менее. Бля, чё там пиздит этот мудак? Он задолбал уже, блядь, сука, обмигать. Уже, блядь, кумарит уже. Мало того, что с ебучим микрофоном еще пиздит, блядь. Так, чё тут у нас? А, клеймор, да? Клеймор, потом, короче, на домах. Так, ну что-то, блин, видите, вы рекомендуемых убрали у этого СФ. Ну, с блинком сложнее, да, проще зайти из... из-за спины, да, и дать ульту, чем блинкнуться и дать ульту. Это, в принципе, понятно. Ух, так. Надо было реген использовать, возможно бы я выжил, но... Ладно, раз уж проиграл. Выжить я по-любому мог бы. Дело в том, что как вот именно надо было подойти к этому. Так, тут у нас ДД. Блин, я что-то все руны сегодня беру. Ваидом проигрывал, а тут фарт какой-то проснулся, не знаю. Так, сейчас башню разрушим, если возможно это будет сделать сейчас. Это возможно. Более того, я это сделал. Так, ладно, пускай там... Так, на топ или на низ, блин, не знаю. Что там на топе херня, да? Ну, на низ, значит. Внизу что-то щимят кого-то. Так. Так, еще 300, да? Блин, что-то я проглядел, короче, на низу. Гангнул только один раз, и все. Ну, это, в принципе, да, это моя вина. Ебать. Ебать. Все, мне хана, да? Да, хана мне, блядь. Все, сука, ну помогите, ебать. О, спасибо. Фу, бля. Я думал, я сдохну, реально. Я отвечаю. Блин, ну Ваидом, видали, вот там Ваидом не пёрло, а сейчас вот вообще СФ взял и все. То есть, рандомом. Рандомом, рандомом. Так, не знаю, чё. Чё, с БКБ, да? БКБ, БКБ. Ну, БКБ, блин, будем БКБ собирать. Хотя, сейчас еще рецепт купим, да? На этот, на кристаллист. А вообще будет классно, да? Чё там на низ, в принципе, идем. Тут, в принципе, одна мышка минусовала. Можно на низ идти. Хотя вот такое ощущение, что они сейчас все пойдут туда. На топ. Не, ну с уверенностью могу сказать, что эту игру мы выиграем. Я уверен в этом просто.
Блин, ну тут блинка, конечно, не хватает. Your top tower is under attack. Souls beckon. Ебануться. Я натупил. Блин, башня, я думал, что ее уже прикончили. Так. Ну что тут еще? 200 колов. Можно вот это продать. И будет 200 колов. Сейчас я это и сделаю. Не, ну игра более-менее нормальная такая. И не скучная, как бы нормально. Единственное, что пиздюк один был в микрофоне, пиздел. Ну нормально, в принципе. Так. Всё, вот это нормальная сборка, вот на 16-й минуте, я думаю. А, на низ или наверх? Пойдем где на низ. Что тут у нас? Ой, жестоко как. Свои, да, может грохнуть, но у него, блин, купол поставят и все, избежит, я его не успею никак. Блин, а у меня же души исчезли, блин. А дамаг все равно нормальный, да, даже вот душ 22 и нормальный дамаг идет. Ну уже 23. Так. Может кто-то фармится в лесу. Кстати, Ваид в лесу фармится всю игру, а мы что-то провтыкали. Это же было очевидно, блин. Хотя он иногда и на топе стоял, я видел. Ну, ладно. Ну, что с инвокером делать? Нормально. Вообще просто красавец. Вот интересно, а что бы он бы делал? Бежал или бил меня? Мне кажется, он бежал бы. У него там один напас бы ему оставался. А может бы его кто-то убил. Потому что не все купали, в куполе были, блядь. Так, а что у нас там? Руна, руна, нету руны. Нету руны, плохо. С одной стороны, плохо. Плохо, ну, сука, сейчас завалят. Так, ну чё тут? Все в лесу, и я в лес. Нет, я вниз пойду. Я вниз, тут у нас кто? Копа? Блин, копа, конечно, херово, она блинкнуться может. Конечно, если все по-мудру сделать, то... Ну что, успею, нет? Она даже не поняла, что это было. Так, ну чё у нас тут? Да. Так, ну сейчас мы соберем БКБ, чтобы меня не мучили вообще. А потом уже соберем, не знаю, по ситуации, наверное, кости будем, ребра точнее, собирать. Потому что по дамагу, по скорости, в принципе, сейчас нормально идем. Вот.
Так что-то на мини что-то развалишь. Или не развалят. На топ, топ вот. Что там в топе все? Вот туда бы сейчас по-быстрому бежать. Думаю, травы собрать, что ли. Не, ну травы уже потом, потом. Не, сейчас я не такой богач, чтобы травы собирать. Просто вот сюда бы в замес хорошо бы было ульту кинуть. Минимум как бы троих я бы забрал. Блять, но мне это не дано сейчас сделать, короче. А я так гуляю, да, по лесу. Копа только догадалась. Она как-то раз заторможенная, бля. Реально. Там, в общем, ребят, если там что-то фонит или там это, херня какая-то там микрофоне, то там пишите, короче. По техническому вопросу. То есть моему, если у меня там что-то фонит, да, то пишите мне. Ух ты, какой быстрый, да? Сука. Дикий, резкий, как пуля, дерзкий, блин. Фу. Ну чё, ничего, давайте валите. Наваляли им. Блин, я инвокера, конечно, не забрал. Плохо. Плохо, 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 плохо. Ну, в общем, вы поняли, да, если там что-то фонит у вас там на моих, сука, видеороликах, блядь. Пипец. Вот, если фонит на моих видеороликах или еще что-то, то пишите мне. То, что я как бы свои видеоролики, я ж не долбоёб, чтобы там на ютубе крутить себе просмотры, смотреть свои видеоролики, да. Вот, то есть пишите, да, и все это будет решено. Ну, то есть я уже проблему как бы по сути решил. Фонить вообще не должно, и все будет нормально. Вот, ну а там, если вам фонит или еще что-то, то пишите, конечно. Вот, потому что по двум причинам у меня не стоит стабилизатор дома, и вот эти розетки, они вроде как не заземлены, хотя это в евро-розетки у меня. Ну, вроде как они не заземлены. Поэтому пишите, вот, если что там будет. Конечно, не хочу накаркать, блядь. Но пока все нормально. Сейчас поплюю и об стол подстучу. Вот. Стол деревянный, так что заклинание подействует. Так, что там, рецепт купим, потому что рецепт потом буторно как-то собирать, еще на 300 заморачиваться, голда. Так, ну что там у меня, что там, 12-4, ну, в принципе, не знаю, ну так вот то. Игра не игра, блядь. Копу успел задеть, блядь, я сейчас ее пойду убью. Если это возможно. Если варду тут не стоят. Вот если бы тут хейст уже был. То есть руна на скорость. Она сейчас куда пойдет? Сюда или туда? Ага, туда. Сейчас мы ее подловим. Сейчас мы ей дадим просраться. Блин, это я думал. Блин, Таваид раскачался. Пора его жмякать. Что-то он мне пишет. Или чё? Мне такое ощущение, что иногда вот тут люди пишут мне, как будто они вот стрим мой смотрят, да? То есть мысли настолько сходятся, что вообще просто пипец.
Блять. Так, чё там уже? БКБ есть. Блин, ну мне стрёмно сюда куру отводить. Сейчас я туда поближе подберусь. Так, а чё там? Сколько там? Блин, та фул ХП нахер. Тем более тут две куры, пипец. Заморочки, блин. Понакупали, я офигел, лучше папнули. Ага, хер вам. Кстати, Ваид будет всех выносить. Не как поодиночке, а вообще вот всех. Если он разожрется, причем очень неплохо. Потому что фармить в лесу мы ему вроде как бы дали, да? Ну и вообще тут нафидели немного. Поэтому, в принципе, удивляться нечему. Блять, я так и знал. Так, надо строчить ихние вышки, короче. Демонет же буду с куплю. Так. Бляха-муха, квопа. Ё-моё. Не, все-таки видели на стих я ее. Вообще жесть. Вот в первой в доте такой херни не было. Типа души вылетали из Shadow из СФ. Не было такой херни. Я сначала подумал, вот когда вот такая херня стала, типа вот душу вылетать, я подумал, из доты делают как-то говно другое совсем, типа лол или еще что-то там. Вот, но по сути только в одном герое что-то там исправили, вот этом, да, типа души вылетают, ну типа это креативность, да, Valve. Вот, но все равно это херня, раньше такого в оригинальной доте такого ж нету, да. Блять. Ну, в общем, блин, ладно. В принципе, мне это хорошо, да. Потому что таких вот пример ситуации, вот, да, сейчас с Акашей, да, это пример мне. Как раз вот в Shadow Find он выигрывает в этой ситуации. В принципе, так можно исход битвы неплохо решить, если у всех там будет... По лоу хп, например, Шейкер с ульту кинет, да, в сердце Тимы там какой-нибудь, ну, противоположное, естественно, и тебя убьют или еще что, и тогда, конечно, неплохо так будет. Ты умер, и вообще камикадзе, в общем, этот Shadow Find становится камикадзе просто. Так, что там, инвокер забрал. Да, это плохо сейчас будет. Блять, ёбаный кашель. Ой. В общем, сейчас мне надо душ набрать. Так, 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 так. Ну или хотя бы пофармиться, на демодедж собрать. Потому что на дамах, на дамах. Блин, рапиру я, короче, не осмелюсь собирать, потому что Ваид ее отберет быстро. Блин, неудобно, надо вот мне это... писали в комментариях на Ютубе, советовали, мол, забинди вот эти клавиши, но я, блин, что-то хз, ну как-то не хочется мне опять отвыкать от этого дела. Вот, как бы переставлять пальцы на клавиатуре, в общем. Как-то это мне все лень. Ну, в принципе, не знаю. Так, конечно, я теряю там секунды, миллисекунды в битве. И, возможно, от этого я иногда проигрываю. Но, тем не менее, мне что-то не хочется изменять свою, как бы, тактику игры или настройку игры, вот, да. Вот, то есть, как бы, было то, что будет, вот.
Вообще, как бы я к переменам плохо отношусь. Вот, так, что вот так вот. Так, надо, блин, наверное, сливать Ваида. Короче, он разожрался там, я вижу, да? Так, сейчас еще рецепты, и заебись будет. А потом уже будем ребра собирать, а потом уже, не знаю, короче. У них Рошан, у них щит, блин, а не Рошан. Рошан — это каменный голем, ё-моё. Как вы не можете запомнить-то? Рошан, у них Рошан. Блин, а чё, в инвизии меня заметили? Чё за херня? Я ебу. А так, а у кого-то... Да ничего ни у кого нету, в принципе. Ну, Акаши вообще нуба сборка. У Трахи вообще этот Mask Madness, блин, я офигею. Не, ну возможно, он так и надо собирать. Ну, Mask Madness вообще впервые слышу. В общем, короче, не знаю, парни, даже. Что-то я замешкался, надо реально сейчас всех валить идти. Потому что мы пока медлим, там Ваид, он разжирается. И Траха вместе с ним. Вот Ваид и Траха там в той тиме — это козырные персонажи, блядь. Блин, ну чё так долго? Чё, кого там долбанули? А, этот... Траха разбушевалась. А чё вы двоните, блядь? Мид защищайте. Ну чё вы? На топ прутся. Сейчас мид вынесут, они на топ пошли. Надо сейчас мне как-то ульту более-менее нормально запулить, блядь. Но это, сука, я не сумел, потому что в куполе, я так понял, инвиз, он все-таки виден, да? Или я просто не успел в инвиз запрятаться. Хер его, блин, короче. Ну, просто тупо пипец. Гем они навряд ли купили, то что, блин, ну... На Shadow Blade гем, сами подумайте, что на одного перса. Я офигею. И какого хера ты туда попёр, дружок? Так, чё, на 16-го её можно завалить? Ну, блин, самому мне стрёмно туда идти. Я сейчас ещё опять буду откатываться, хер знает сколько. Так, чё тут у них? Блин, ну не знаю, не знаю. Малин протупил, сука. На. Блин, БКБ даже забыл включить. Просто забыл, что он даже существует. Так. Сейчас рецепт. Мне главное надо сейчас рецепт. Так, чё, пушим? Нет. Ну, вроде все в сборе, да? Ну, пошлите. Хотя я бы с верхней начал. Мне вообще стремновато идти. Потому что еще без рецепта, блядь. А чё вы гонитесь, сука? Они фокусят вас. Фать Траха вообще, я офигею просто. Я херею, я херею, я херею. Вот и все. Да, херня, короче. Ляньте, ляньте, что делает. Кристалка, я так понял. Ну, пипец. Ладно. Ну, ничего, в принципе. Кое-как. Размен вышел. В принципе, два... Убито наших и три ихних. Ну, нормальный такой размен, блядь. Без одного чувака. Сука, ну, блядь, дефти нахер. Да. Да ну, вынесем их по-любому, чё уже. У нас есть этот...
как его называют там, Сларк, в принципе. Хотя Сларк что-то 5-3, да. Ну, 5-3. 5-3-3-3. 3-3. 100 про 3. Так, что еще нам? Плейтмейл. Плейтмейл, плейтмейл. Блин, хотел бы себе такую куру, сука. Она, наверное, дается это после игры в новый мод вот этот. Новогодний. Ну, мод, конечно, бред, блядь, пацаны. Не знаю, там, может, кому-то нравится. Но мод, конечно, не понравился. Лучше буду простой паблик рубить, короче. Вот. Блин, все слоты забиты. Вот, надо в плейтмейл, блин, короче. Хотя нет. Короче, будем ребра собирать. Ребра соберем уже, потом уже. Будем собирать, может, рапиру. Ну чё, идем там, нет? Чё, я сам пойду, что ли? Вот, Акашу можно долбануть. Она не успела даже это, блинкнуться. Может, у нее там лагает, не знаю. Чё-то она вообще никакая. Вот если б я скилл кинул, да, то... Она блинкнулась, она бы успела. То, что на скилл как бы уходит секунда где-то, пока он кинет ее. Ну чё, блядь. Ну и чё? Туда херище, короче. Не, ну в принципе, сейчас траху можно. Можно траху. Там можно и Лизу. Фу. Чё, не топ собрались нести или чё? Ну, пошлите, ёп. Так у меня одной души не хватает. А, тут фармится воит. А не, не воит, кристалка. Сука, да чё вы тупите, бля, ебланы, ебать. Да пошло оно всё. Чё, воит подох? А, у неё ульта. Короче, это жесть, пацаны, я лах. О, руна, нихера себе. Гляньте, какая вообще фарта, блин. Регенерация, вообще супер. Я офигеваю, я просто офигеваю, как мне в этой игре начало вести. Ваидом нихера не вперло, а в этим СФ просто везет. Да всем похер на ману, сейчас вынесем ему. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Блять, что-то я вообще пиздец. Ладно. Your middle tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. А чё, он не ультовал? Чё, у него ульты нету? Ой, я ебу. Офигеть. Он же какой, он сотый раз ловит, этот умирает от моей ульты, короче. Ну, не ульты, а это. Короче, суицида, да? Давайте, блядь, ну, Акаша, все. Я же говорил, мы эту игру выиграем, значит выиграем. Я просто уверен был в себе, то, что я смогу вынести. Но, как видите, я до конца не выношу, считай, туплю, бля.
Не хватает чего-то. Не знаю, сборки какой-то, блядь. Ну какая тут сборка, в принципе. Ну, козырь, да, костей мне не хватает. Тут защита нулевая, мне галимая. Они, в принципе, сейчас сами все вынесут. Не, ну хотя сейчас не, сейчас не вынесут. Сейчас они восстановятся, им дадут про чехуна. Блять, ну сейчас их сольют, пускай будет. Бать дебила, блин. А чё это у него, Даган? А. Даган и сапоги. Ни хера себе, чувак, просто продвинут. Блять, он тоже затупил, сука. Чё там, Рошан есть? Ну это неплохо, в принципе, сейчас пойти его долбануть и чё. Потом к ним. Но у меня, блять, у меня ж ничего нема. Сука, слотов не осталось пустых. Бля, там Акаша была. Она бы меня смущала. Бля, такой дэмэдж, блин, этот, криты такие идут. Именно смачные. Не, чё там мне впадло уже сюда идти, короче. Загребущий называется. Бляха, муха, сейчас меня и сольют, ёма. Нормас. Траха сбежала, блядь. Я траху почти... убил, блин, почти. Но почти не считается. Так, что там уже ребра можно собирать? Собирать, собирать. Ребра соберу и все. Потом, может, уже рапиру, не знаю, блядь, не знаю. Не, ну рапиру можно, в принципе, можно. Рапиру, да, рапиру соберем. Хотя она не... критический урон, блин, не знаю. Можно БКБ продать, он нихера мне не дает, я так понял. Нет смысла, короче, его вообще... блядь, держать, короче. Сколько продажи тут написано? Цена продажи. Чё за херня, нельзя продать, что ли? Бля, чё за фиговина? Ай, блядь. Так, гляньте, нельзя БКБ продать. Сука. Невозможно. Чё за херня, чё он приросло? Чё за фигня? Пиздец, сколько продавался, а теперь не продаются. Пипец, я офигеваю, короче. Ну чё тогда, блядь, делать-то? Сука, ну ладно, тогда рапиру продаем. Блядь, рапиру эту фиговину. Так, мне это нужна херня кости. Блять, ребра. Ну чё, БКБ нельзя продать? Офигеть, раньше все продавалось, теперь нельзя. Чё-то... может, баг какой-то, я не знаю.
Блин, как впервые. Я в шоке, конечно. Я наверх его. Да не, нихера. Нет, не продает, сука. Ну пошел тогда нахер. Так, сейчас купим этот Secret Relic. В принципе, то же самое будет, но без критов. И увеличена потеря рапиры. Увеличен выигрыш, да, ихний. Ну чё? Короче, полный кал. Никогда не покупайте БКБ. Иначе тогда не избавитесь от него. Блин, вот это бредятина. Вот это я офигею. Вот это да. Блин, у меня такое ощущение, что я с рапирой. Реально такой дамаг, что ужас. Ну чё, идем там, нет, блядь. Чё вы тупите, стоите? Извините за выражение. Блин, сейчас бы, блин, демонедж. Блин, криты не дает, конечно. Трахи до одного места почти. Ну чё, блин, вы стоите? Блин, это хотя бы ульту включил, я не знаю. Все, пиздец, как всегда. Но... Какого хера я вообще прус туда? Они вон дебилы, она, блин, дает в последний момент ульту. Чё я прус-то? Короче, идите нахуй, блядь. Не буду я больше с вами, блядь, идти туда. Стоит, блин, еблом щелкает, а я должен идти. Ну и сейчас. Гляньте, как повезло, да? Если пропира была, я бы ее запросто просрал. Что это за уличный стайл? Тот самый, блин. Шапка какая-то у него очень. Кепка. Фу, жесть, как долго. Пока восстановиться, я уже и чай попью, блин. Чё за херня? Гляньте, траха вообще протупила, видали? Я офигею. Вот это эпик момент. Так чё, можно, сука, нельзя слить ее. Видите? Блин, ну хер его, бля. Вообще какая-то тупость БКБ, и нельзя продать. Как такое возможно вообще, блядь? Купил БКБ, все, намертво приросло к тебе. Как будто талисман, я не знаю, блин. Ой, жесть.
всю жизнь продавалась, теперь не продается. Вообще бредятина. Это, наверное, еще одна уникальная способность СФ не продавать эту БКБ. Кроме этого суицида. Ну чё, блин? Ну чё, давай, блядь, чё ты не даешь? Сука, на, получи. Ах вы ж, суки. О, офигенно. Офигеть. Чё там, рапира будет, да, а? Только сейчас аккуратно надо, то что... Ну что, полный пипец будет. Если я ее потеряю. Если она окажется у Аида, то да, полный пипец, полная задница. Это же мои самовнушения о победе не помогут. Блин, сейчас надо вернуться на базу. Блин, что-то для восстановления надо, вот не знаю. Так, скорости атаки еще. Баттерфля еще собрать и все, в принципе, можно гулять, короче. А можно и криты собрать. Ну, ладно, не знаю. Посмотрим. Главное не заморачиваться и собрать в итоге что-нибудь. Хватит, я их как семечки щелкаю, просто пипец. Так. Так, ну траху я не убью, наверное. Потому что траха не такой тормоз, как Акаша. Но все равно хотелось бы, блядь, ее убить, блядь. Угу. И далее на траху Ханна маску активировал, начала меня дрочить. Ай, вообще я офигею. Так, ну чё, давай тебе пушить, чё, блядь. Бля, какие-то олени, такое ощущение, что играют. А, не с той стороны. Я думал, они еще что-то Рошана хотят ебнуть. Так, чё, еще одну рапиру давайте. Мне похер, в принципе. Сейчас уломимся в них. Ебать, вломился, да. Все, хана мне. Еще одну рапиру, да. Сука, возьми рапиру, дебил. Ой, блядь, дебил, сука. Наконец-то. Да ну да, что защита у меня вообще как-то херовая, блядь. Хоть не иди. К
кого рапира? У этого ж у Вича. Да. Вич, Вич, Вич. Они, в принципе, сейчас уже вынесут туда-сюда. Ох, если бы Ваид рапирой завладел, это вообще прикольно было. Я, блин, даже не подозревал, что он в кустах. Так выскочил, что, блядь, я шиганулся, наверное, подпрыгнул со стула, чуть не упал я на. Так, в этой скаде уже. В этом моя рапира, блядь. И сбор почти как у меня. Так, ну чё, восстанавливаемся, да? Всё, идём. Если бы у них гем был. Они гем до сих пор не купили, чё-то. Чё ты мне, блядь, рапиру будешь отдавать, ты, сука? Она что, вроде как не выкидывается. Или выкидывается, блин, сколько знаю, сколько играю, не знаю. А, да, она выкидывается. Ну, по крайней мере, когда 3 месяца назад я играл, она выкидывалась. То, что сейчас, если БКБ нельзя продать. То, что я не знаю, хер, вот такие какие-то, блин, перенастройки в апдейтах. Вич дурачок, боится за рапиру, бля. Боится ее потратить. Блин, под вышку в инвизе полез вообще. Бред. Бред. Так, короче, валим, все уже мне задолбала эта игра. Короче, без рапиры меня лишили. Мне уже неинтересно, честно говоря. Вот Вича, блин. Вич. Ба. Блин, не достал. Ай, все. Все, все. Ничего, блин. В принципе, могла быть игра и лучше. Могла, могла. Ну, вначале, в принципе, нормально мне было. Нормально так играл. Неплохо. У всех по 25, кроме Айса. Опять этот сундук, опять мне сундуки какие-то дают. Бредовые. В общем, ладно, ребят, спасибо за просмотр. Всем удачного дня. Пока-пока.